Бульвар Великой Победы с пафосом отремонтирован ко Дню Великой Победы. Превращен в клумбу по разведению амброзии. Вот она, амброзия. Что характерно, через аллейку амброзии нет. Потому что муниципальная инспекция моментально штрафует ЖЭКи за то, что амброзия находится на прилегающей к жилому дому территории. Штрафовать же здесь саму себя, то есть администрацию, у них никакого, видимо, желания нет. Это вся одна большая клумба с амброзией. Утром звонил в администрацию. И там начали по инстанциям пересылать. Приемная послала. Муниципальная инспекция высказала озабоченность. Направила в департамент городского хозяйства. Департамент городского хозяйства направил в отдел по благоустройству. А по благоустройству вообще сказали, никого нет. Мы передадим информацию руководителю. Вот такая вот одна большая клумба. А, еще в Роспотребнадзор вечером я напишу.